Дорогие друзья, добрый день. Делаем сегодня распаковочку двух посылочек от iHerb. Скажу сразу, что это был один заказ, но дело в том, что в Америке бывает такое, что с разных складов везут продукцию, и поэтому получилось так, что вот в отдельной коробочке у меня идет один продукт. Потому что мне задавали в комментариях вопрос, почему же я делю, да, на такие посылки, почему нельзя все сразу заказать, например, в одной коробке. Вот. Пожалуйста, да, ответ. Дело в том, что часто разделяют, просто сама компания разделяет для того, чтобы доставить. Это первое. Второе. Здесь доставка у нас на $25 идет. То есть, делая заказ минимальный на $25, получая бесплатную доставку. Очень часто бывает, что есть акция на какой-то определенный продукт, я сразу его кладу в корзину, $25 получается, я заказываю и все. Потом там на следующий день другая акция. Вот. Поэтому как бы и получается, часто у меня маленькие посылочки и их много. То есть, я заказываю себе, своей семье, своим клиентам, ну и также, чтобы у меня было про запас. Первое, что я получила, это детский кальций с магнием. Я его уже показывала. Это просто хит от нетоксичной, очень хорошей фирмы Child Life. Мне ее даже наш педиатр рекомендовал. Скажу сразу, если у вас дети капризные, плохо спят, вообще в целом детям очень нужен и кальций, и магний для того, чтобы и кости были крепкие, и зубки, и чтобы нервная система также была стабильная и спокойная. Поэтому здесь, в отличие от возраста, мы выбираем свою дозировку. То есть у меня ребенок практически 2 года, поэтому я выбираю дозировку 2 чайные ложки. Он очень вкусный идет этот... Да, это добавка, этот магний с кальцием. Ребенок пьет с удовольствием. То есть, если у меня 2 чайные ложки, хватит на 47 дней, то есть на 1,5 месяца. Вот, принимаем вечером перед сном приблизительно, то есть после ужина. Следующая посылочка, это вот уже, да, основной заказ. Также у меня здесь идет детская тема. Я здесь заказала пробиотики. Пробиотики идут, они такие в форме животных, и они нужны деткам. В принципе, периодически их можно пропивать, если вот вы видите, что есть какие-то газики, колики непонятные, если у ребенка, да, такое нестабильное питание, это, в принципе, у всех детей. Дети хотят то сладкое поесть, то макароны поесть. Я, конечно, минимизирую такой набор продуктов своему ребенку, но все-таки проскакивает. Поэтому иногда я вижу, что да, ему необходимы пробиотики для поддержки его микрофлоры. И вот я периодически даю. То есть здесь идет у нас 30 кап, 30 таких животных таблеток. Здесь хороший состав. Также идет не только пробиотики, но и метабиотики. То есть здесь идет зеленый банан, акация, цикорий. То есть это такая, такая растворимая и нерастворимая клетчатка дополнительно, чтобы вырастить свою хорошую микрофлору в кишечнике. Значит, здесь сразу указаны дозировки, если ребенку от 1 до 3 лет и больше 4 лет. То есть мы принимаем по одной таблеточке. Вот. Заказала себе, заказала своим также знакомым, тоже ребенком. Дальше идет опять-таки желудочно-кишечный тракт. Уже я тоже не раз показывала эту добавку. Это идет Terra Region Healthy Gut. Вот здесь поддерживает полностью весь желудочно-кишечный тракт, именно этот состав. Этот состав содержит не только глютамин, который известен, да, своими хорошими заживляющими свойствами для слизистой желудочно-кишечного тракта, но здесь сразу же идет и как бы, другие добавки, именно которые, то есть и алоэ вера, и стевия идет, и солодка здесь идет, и кверцетин идет здесь, также другие аминокислоты, цинк с медью также идет. Очень хорошо, что здесь цинк вместе с медью, потому что если у нас один цинк, то ну, его нужно компенсировать медью, в общем. Здесь очень хороший, классный, правильный состав. Действительно, очень хорошие результаты у этой добавки абсолютно у всех. Если вы хотите сейчас пропить какие-то витамины, минералы, лучше пропейте 2 недели хотя бы вот такой комплекс, а лучше месяц, и добавляйте витамины. То есть лучше пропить, начать 2 недели, хотя бы 10 дней этот комплекс и добавить уже витамины, какие вы там хотите пропить, для того, чтобы это просто лучше усвоилось. Следующая добавка – это также пробиотики. Я думаю, вы поняли, что были скидки на средства пробиотического характера и для желудочно-кишечного тракта. Это пробиотики, которые хорошо как для взрослых, также деткам постарше можно давать. Здесь хороший состав у LactoBeef, поэтому, пожалуйста, можете себе взять на заметку.
Я пропивала, они действительно работают. По одной капсуле хватит на 60 дней. То есть я считаю, что пробиотики всегда должны быть в нашем арсенале, особенно если вы вдруг принимали антибиотики, нам нужно пропить пробиотики, если у вас были отравления и так далее. Но только перед этим нужно поработать с патогенной микрофлорой, убрать ее, а потом уже заселить пробиотиками. Так будет лучше. Масло орегано. Масло орегано отличается своей такой... Да, хорошей активностью против всяких вирусов, бактерий, грибков, то есть поддерживает также иммунитет желудочно-кишечного тракта. То есть у нас сегодня снова все о желудочно-кишечном тракте. И это оно идет в капсулах. Капсулы я уже вижу небольшого размера, можно принимать и деткам также, если у них болят животики, какие-то, да, что-то непонятное, то есть идет еще и хороший антипаразитарный эффект. А потом детям старше 9 лет по одной капсуле уже можно принимать. Взрослым, само собой, одна капсула хватит на 3 месяца. Я бы делала курс где-то 1,5 месяца, потом через месяц еще 1,5 месяца можно пропить. Обладает хорошим еще противовоспалительным действием масло орегано. Поэтому можно также держать у себя в аптечке, как и кору муравьиного дерева. Вот, заказала несколько упаковок, не только себе. Дальше. Эль-лизин монолаурин. Вот. Если у вас вдруг появляется какая-то грибковая инфекция, герпес, например, то очень хорошо действуют именно в комплексе эти добавки. Вообще, в целом, монолаурин очень хорош при циститах, при каких-либо заболеваниях, да, каких-то воспалительных, бактериальных, мочевыводящих путей. Если мы добавляем лизин, то он также хорошо действует дополнительно в комплексе в привязке против герпеса. У людей иммунитет пониженный, поэтому такие добавки нам в помощь. Вот, две добавки. Идет, получается, нам нужно две капсулы принимать, и хватит на один месяц. Рекомендую пропивать курс месяц. Вот одной баночки взрослому как раз хватит на месяц. Здесь у меня две одинаковые добавки. Я распакую одну. Это идет жидкий витамин С для детей, также от Child Life. Я достала этот витамин С. Здесь стеклянная бутылочка для того, чтобы этот витамин С сохранился, сохранил все свои свойства. Он идет с прекрасным апельсиновым вкусом, именно для детей. Я взяла, думала, брать не брать конкретно для ребенка, но потом взяла, потому что, честно говоря, взрослую дозировку я забываю давать. Плюс он кислый, есть у меня капсулы, которые не кислые, но вот нужно размешать и все, знаете, не всегда это удобно. А здесь давайте посмотрим дозировку. Вот у меня ребенок попадает, да, в категорию от 1 до 3 лет. То есть это идет 1 чайная ложка. Все абсолютно витамины этой фирмы очень вкусные, детки их очень любят. У нас есть и цинк, у нас есть и железо этой фирмы, и кальций, магний, и эхиноцея. Поэтому вот берите себе на заметку, лучше одну хорошую качественную фирму давать, потому что у них хорошие сертификаты есть, НСФ, это очень важно, особенно в детских добавках, вообще и взрослых также, потому что очень много сырья везется с Китая, а в самом Китае заражены земли свинцом очень сильно, поэтому делаем выводы о том, чтобы покупать или не покупать дешевые добавки. Лучше купить одну подороже и действенную, либо вообще не принимать. Вот такая распаковка. Спасибо вам большое за просмотр. Буду рада вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы. Всегда рада вам помочь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго. Пока-пока-пока.